Всем привет! Вот снимаю видео, хочу показать свое приобретение. Сегодня я купила молодых нутрий. Вот это вот самец. Ему 5 месяцев. Стоит он 700 рублей. Там дальше самки. Вот это вот, которая слева, она одна такого цвета. А там еще их сколько? 4 штуки. Ну вот, похожие на самца. Они сейчас меня боятся. Это новое место жительства для них. Только клетку открываю, они сразу начинают в угол сбиваться. Сегодня в обед я их только купила. Самки 2 месяца стоит по 400 рублей. Я, значит, за самок отдала 2000 и самец 700 рублей. Сейчас я их буду кормить. Боятся, конечно. Понятное дело. Боятся. Ну, чем я их буду кормить? Как и всех, буду кормить. Пшеница замоченная стояла у меня 2 дня, наверное, замачивалась в холодной воде. Траву зеленую дам. Сейчас хорошо дикий щавель или конский щавель, как его еще называют. Много очень растет. Как потеплело весной, начало расти, я им даю. Ну что вы там сидите? Ой-ой-ой, страшновато будет. И воду сейчас налью. Вот там у меня поилка стоит. Сейчас я... Марфа тоже кушает эту пшеницу, эту замоченную. У нее разный рацион. Иногда она кушает вот эту пшеницу. Не от того, что она голодная. От того, что хочется чего-нибудь, да? Как нам, например.